Всем привет! Мои соседи, походу, не очень недовольны моим постоянным ором, и поэтому они устроили мне какой-то тут батл. Короче, недавно я включала колонку, и, походу, это им не очень понравилось, и они решили в ответку мне дать. И, короче, у них сейчас, не знаю, слышно или нет, но у них сейчас прям на всю громкость, походу, орёт телевизор, либо какая-нибудь еще колонка. Неужто я им настолько надоела, я не понимаю. Они, наверное, хотели, чтобы я почувствовала себя на их месте, когда кто-то включает на полную музыку, и я орёт как бешеный, как будто его режут. Итак, это озвучка комиксов по аниме-волейболу. Надеюсь, вам понравится, потому что комиксов очень мало, я понимаю, но просто больше найти не смогла. Бокутай Куро на кухне уже около часа. Чем они занимаются? Вероятно, чем-то тупым. А может, они целуются? Фу. Эй, хочешь добавить шоколадный соус в нашу ракету? Черт, да. О, нет! А? Гравитация начала сильнее действовать на меня. Что? Это не так! Это так, Хината. Подобное произошло вчера. Да боже, остановись! Ты такой придурок, как и Яма. Твой зад раздавит меня. Хей-хей-хей. Охо-хо-хо. Я просто охренительный! Да, магиш. Я просто ничтожество. Ну все. Эй, дай О. пять! О. О, Микун, дай пять! Держись от меня подальше. Люблю тебя. Я уже почти дома. Бегу. Мила, 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 мила. Спасибо, боженька, за такого чудесного парня. И почему он все время хмурится? Хей, Кагеяма-кун! Дерьмо. Только не очередная неожиданная атака шаром с водой. Я знаю. Это челка, которая мешает видеть ты. Прикольно. Ух ты! Чувак, офигенно! Как оно по ощущениям? Как ты так? Крутотень! Я знаю. Что за хуйня, блядь? Редкий вид совы. Воронята дерутся. Вмешался папочка ворон. С нами на связи новый игрок национальной сборной Айкава Тору. Айкава-сан, скажите, как вы чувствуете себя после вашей первой официальной игры в национальной сборной? Айкава-сан. А? Прости, Ива-чан, ты был таким милым, когда говорил так официально, а потом назвал меня Ива-саном. Я отвлекся, спроси меня еще раз. Господи, Айкава, мы в прямом эфире. Прости! Мы тусуем до утра. Нам корона помогла.